Жители республики, которые не смогут прибыть в день голосования 18 сентября этого года на свой избирательный участок, вправе получить открепительное удостоверение для голосования на выборах депутатов Госдумы России. Открепительное удостоверение предоставит возможность проголосовать на любом избирательном участке, на территории которого будет находиться гражданин в день голосования. Оно выдается при предъявлении паспорта на основании заявления. С 7 по 17 сентября текущего года в участковой комиссии избирательного участка по месту жительства.